Сегодня у нас 3 октября 2016 года. А там вот знакомился брата Никиты. Тут на дому. Откуда? Давай не будем. Кто вы, откуда? Да мы со станции, ладно, все, ребят. А откуда вы, чьи? Со станции. Со станции мы, с Ребрихи. И что вы здесь ищете? Да мы ищем. Внимание, нет, мы тебя ищем. Да это выпили, пришли пьяные, и вас не понимаете. Нет. Вы не знаете, куда пришли, когда дед, здесь я не знаю, знаете. Куда я пришел. Дед. Вы называете, нарушаете устав. Нет, мы не курили, положено. У вас деревья. Вы не ругайтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь, я вам свидетель, что ругаться. Я говорю, что не этого ругайтесь. Делать нельзя. Пьяные приходите в деревню, где никто не пьет. Я не знаю. Ну, зачем а это? А можно вот поговорить? Просто. Нельзя говорить, вы не способны к этому. Почему? Если бы вы хотели говорить, вы бы трезвы приехали. Я водку оставил там и сигареты. Не надо, там она внутри оставил. Вас, на мозгах на ваших. Да. Так, езжайте домой, ребята, приключений не ищите. А не, ну, все. Мы вам не советуем это делать. А иначе поговорить? Сейчас дадим звонок, вас сейчас же заберут. А поговорить можно? Нельзя. С до свидания. Да так, все, просьба, камеру, просьба по покинуть по территорию деревни. Все. Поезжайте. Да я вижу. Ребята, поезжайте, вы еще свободны. Идите в машину. Я понял, где-то можно. Я вам сказал, идите, пожалуйста, идите, не кричите приключения. Потом будете искать извинения. Зачем вам это нужно? Извинения? На днях было воровство, вам припишут это, вам зачем это нужно? Отпусти меня, дед. Идите, пожалуйста. Я не быкую, дед. Так, идите. Извините нас, пожалуйста. Ну, понимаете, вот они пришли, вас связали, отправили милицию. Вы что ищете? Зачем милиция-то, дед? Идите с Богом. Да я по-людски так, к вам пришел. Пожалуйста, заберите, честно. Уйдите его отсюда. Все. По-человечески. Идите, по-человечески вас просят. Ступайте. Господи, извините, сами себя не уважаете. Это ты здесь бугорший. Понимаете, вы ищете приключения. Смотри, он уже рыпается. Ну что, блядь, мы приехали? Нахрен не взяли. Заснять надо номер. А? Номер заснять надо. А где машина? Еще, Андрюха? Да, там машина. А? Нахрена? Чего мы ищем? Андрея, это Леша быстро. Иди сюда, там машина. А я заснял. Ну не понимаю, что хочешь. Так, заберите его, пожалуйста, заберите. А по-хорошему нельзя? Вас просят, идите, вы не настолько пьяны, чтобы не понимать. Вы несете ответственность за беззаконие свое. Я несу ответственность идите за свое. Ну, подойди сюда. Около Павлова дома. Здесь, где сарай этого. Подойти к нему. Просветишь он, рыпается. Ну хотя бы на минутку. Они тут себя агрессивно ведут. Понимаешь, какое дело? Пьяные приехали. Кому-то Алексея? Алексея звоню, что-то не было. Не было давно. Номер видно? Да. Заснял, да, номер, все. Машину бьет.
Говорят, остался вибрис. Я думаю, что... Да, что надо. Сочинили. Ага. У вас тут, говорит, есть какая-то бабушка, которая от пьянства исцеляет. Я думаю, что они воры. 530 номер УАЗика, не знаешь? А второй вообще был вдрызг пьяный. Прям уже это готов был, тот его водил. Они куда-то ехали, они не специально. Он заглянул и дальше он не знает, что делать. Поговорить. Мир тебя. Да здесь ямы подъезжали, вот этого сарая были. Ну что, уже уехали, мы тут уже засняли. Идем, сверху можно выйти. Он говорит, этот пьяный, это самый, говорит, а где ваш батюшка? Я говорю, нету батюшки здесь. Ну тогда давай с тобой поговорим. Говорю, я с пьяными не разговариваю. Я с пьяными не разговариваю. Уехали или нет, надо увидеть. Сверху видно будет. По-моему, уехали. Ну да, шофер-то трезвый. А? Шофер-то вроде трезвый. Молоденький. Этот уговаривает его, он не хочет. Он, может быть, наркотика глотнул еще. Не пьяный раз, значит, наркотики накачаны. У него совершенно голова не соображает. Ну все, я тут начинаю дальше работать.